Смотри, как она чешет. Сейчас папа попробует, у нас у папы получается. Сидеть. Шоколадка покалмака. Туку-туку-туку. Очень хорошая такая мышка. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. И я. И сегодня мы вам покажем наш целый день с собачкой. То есть 24 часа с собачкой. Мы недавно проснулись, и теперь надо выгуливать собачку, то есть Боньку. Пойдем гулять. Косяй, но мама потом косяй. Ты такая собачка, да. Нельзя, нельзя. Ну что, а мы готовы идти гулять, да, Бонька? Шмойка, пойка, пойка. Сейчас мы пристегнем поводочек. Бонни. Бонька. Нет, иди сюда, будем гулять. Так. Иди сюда. Пойдем гулять. Будем гулять, да. Ах ты какая. Ну что, мы готовы? Пойдем, Бонни, пойдем гулять. Пойдем. Бонни боится выходить из квартиры. Я ее выношу всегда на руках. Вот так вот мы с ней выходим. О, писит, 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 писит. Ой, хороший писит. Все. Да. Ну вот мы и пописали. Так быстро. Терпела. Хорошая девочка. Пойдем. 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 Пусти мне. Ну что, все дела Бонни сделала, в туалет сходила, потом поиграли, а теперь пойдем. Давай. Пойдем, быстрее! Бонни, Бонни! Сейчас я ей дам водичку. Водичку. Ой, хорош. Пей водичку. Все, Бонечка встала и будет отдыхать. Давай. Ладно, давайте оставим, чтобы она поспала. Ой, Биби, что такое? Боня же проснулась, она где-то спала один час. Сейчас надо причесать свою шерстку. Ее нужно расчесывать. Да. А ей это не очень нравится. У нас есть вот такая вот расческа. Сейчас я буду ее чесать. Больно не надо. Ее очень непросто расчесывать. Чаще всего это делает мама. Поэтому на, мама, делай. Смотри, как она чешет.
Ребят, посмотрите, какая она пушистая стала после расчесывания. Ты ж такая красивая теперь, пушистая. Вот только вот шерсти у нее выпадают. Покажи. Совсем чуть-чуть. Сидеть. Молодец. Лежать. Прям на пол, чтобы она легла. Лежать. Нет, ты ей не давай, пока она не ляжет. Лежать. Вольта. Сидеть. 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 А? Сидеть. Сидеть. Ну, а Кимира? Вольта. Сидеть. Молодец. Лежать. Лежать. Сидеть. Лежать. Эра, Юля. Подожди, папа сделает. Все, дома. Вельта, сидеть, лежать, вахо. Лежать, но... лежать, Бонни. Лежать. Лежать. Молодец, умничка, лежать. У папы получается. Ну что, ребята, вот Бонька уже покушала. И что мы пойдем? Куда мы пойдем? Куда пойдем? Куда пойдем? Мы уже надели наш ошейничек, да, Петя? Это означает, что мы идем гулять. Ты на крышечку ей наливай, так меньше выливаться будет. Вот. Все, нагулялись. Бонька, устала, Бонь? Бонь, не хочет идти ножками, устала? Мы пришли из улицы домой, и она написана на пеленочку. Мы ей уже дали лакомство. Да, мы сразу ее хвалим, даем ей вкусняшку, чтобы она понимала, что она правильно делает. Нельзя. Отдай. Так, сейчас мы опять потренируемся с Бонни. Сидеть. Да. Теперь у нас новая команда лежать. И эту еду тоже вниз на пол. Лежать. Вот, легла, видишь? Ты должна опустить прям на пол. Сидеть, лежать. Молодец, видишь, умничка легла. Такая довольная. Лежать. Лежать. Вот-вот-вот-вот она ложится. Вот, лежать. Она, видишь, немножко путается еще. Ну что, ребятки, время подходит ко сну. Перед сном мы с ней немножечко играем. Не надо. Нет. Фу, как она. Вот это грязь. Вот это она. Это не надо. Чтобы она устала и быстренько уснула. А то иногда она нам спать не дает, да, Бэйба? Где? Шоколадка покалмака. Туку-туку-туку. Очень хорошая такая. Куч-куч-куч. Нельзя, нельзя кусать за ней. Бэйби, ты Бонька-шмонька? Бонька-шмонька. Уберите от меня, от меня, она кусается. Все, Бонька, иди в свою кроватку. Пойдем в свою кроватку, пойдем. Все, Бонечка будет спать. Да, Бонька, Шмонька. Надеемся, вам было интересно смотреть это видео. Если это так, то ставьте обязательно лайкос. И подписывайтесь на наш канал. Ну а мы будем спать? Да. Всем пока! Пока!